Народ, всем привет! Перед началом данного ролика я бы хотел вам рассказать про Telegram-бота, в котором можно зарабатывать деньги. Да, это будет маленькая реклама, практически никогда рекламы на канале у нас не было. Но этот Telegram-бот я проверил на себе, и там точно без всяких вложений вы можете зарабатывать просто по приглашению друзей. Я оставлю ссылочку в описании, зайдите обязательно посмотрите. Первым делом, когда вы начинаете все оформить и зарегистрируетесь, вам на счет падает уже $1 по моей ссылке в описании. И дальше уже потом от каждого человека, вам, который пригласили вы там, то есть можете добавить эту ссылку, ну потом сделайте, когда вы зарегистрируетесь, вам дадут свою ссылку, вы можете добавлять ее в Инстаграм, вы можете добавлять ее в ВКонтакте или еще куда-то, где-то в любые соцсети, кто переходит по данной ссылке и регистрируется, вам от каждого человека падает та или иная копейка. Да, там немного, но все равно... В данном случае, когда с работой тяжело и нужен какой-то еще дополнительный заработок, который не требует дополнительного времени, это как раз будет для вас. Ссылка в описании. А сейчас для вас, народ, я хотел бы вам показать это полироль из магазина Fix Price ценой 77 рублей, полироль для пластика. Полироль у нас с запахом лимона. Я попробовал сделать одну дверь. Вот как раз эта дверь. Блин, здесь сейчас, конечно, плохо видно, но блестит хорошо. Полироль, знаете, на что похоже? Если кто-то пользовался плаком, да, вот по запаху, когда плак немножко начинает выветриваться, и как раз вот запах такой остается. Вот этот запах лимона как раз, хотя на плаке там вишня, но вот этот автомастер, да, автополироль, больше похоже на плак вишневый. Как раз когда начинает выветриваться. Объем здесь получается у нас 180 миллилитров. Ну, я так скажу то, что это бюджетный вариант в плане отмывки пластика. Ну, тут хоть чем ходит пластик не на 3, хоть там за 30 рублей. То есть он будет чистый за счет тряпки микрофибы, да, которую я, например, тер. А как именно ведет себя, то есть данный полироль, непонятно. Тут непонятно, опять же, какой он матовый или глянцевый. Тут это не написано. Тут просто написано для всех видов пластика. По мне так-то, я вот купил этот полироль за 77 рублей. Если так рассудить, маленький плак стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то в районе 100 рублей. Это в Авто49, BB в магазинах. Вот. Я бы, наверное, больше бы его выбрал, чем No Name Автомастер, который я как бы, то есть, ну, доверия никакого особо не внушает. По поводу того, как садится после этого полироля с, ну, грязь, то есть, ну, на торпеду, пыль, ну, я скажу так, то, что садится нормально. То есть, вот сейчас я отполирую торпеду, да, буквально, наверное, день-два, и на следующий день уже опять появится, то есть, небольшая пыль на торпеде. То есть, ну, особо никакого эффекта этот полироль не дает. То есть, я ничего особо как бы и не видел. Вот. Также еще, ребят, смотрите, купил я в Галамарте вот такой вот держатель магнитный, да? Смотрите, этот держатель магнитный стоит, по-моему, 263 рубля или 267 рублей. Он покупался у меня в Галамарте. Скажу так, мне нужен был как бы магнитный держатель для того, чтобы, ну, чтобы удобно было телефон сажать. Ну, взял, прилепил, то есть, и пошел. Вот. А тут давалось... У меня есть такой отдельный чехол, который давался у меня... Ой, не чехол, а пятачок металлический, который давался специально, то есть, ну, вместе с... в комплекте, вместе с этим держателем, чтобы приклеить на чехол. Я вот приклеил на чехол, но скажу вам честно, вот смотрите, к примеру. Я просто снимаю на телефон, я не буду телефон вешать. Вот мы прилепили телефон. Во-первых, сейчас я даже прилеплю, вот я прилепил. Во-первых, это болтается. Да, здесь она регулируется, я не спорю. Вот она сейчас у меня здесь разболталась. Сейчас я ее отрегулирую. Вот, я ее отрегулировал. Вроде как бы да, то есть она держит, да? Но смысл в чем? Телефон тяжелый. Сейчас практически все телефоны идут от 5,7 до 6,7 дюймов. Он, во-первых, тяжелый. У меня Samsung A70. Он тяжеловатый, да, я не спорю. Когда, то есть я цепляю его на магнитный держатель, на этот, скажу сразу, телефон на любой кочке, вот я ездил, то есть, в другой город, да, там, то есть, были лежащие полицейские, у меня телефон сразу вот так,
То есть вот эта сама часть, вот видите, она никак не фиксируется. То есть никакой фиксации у этого крепления нету. Вот именно вот у этого. То есть видите, здесь просто она крутится сама по себе. То есть тяжелый телефон ты сюда не повесишь. Этот держатель, наверное, подойдет для тех, у кого телефон более легкий. То есть, ну, и тогда только, наверное, скорее всего, это будет для вас интересной покупкой. Но в данном случае, я думаю, то, что вот для меня, как бы, этот телефон, он... Ой, не телефон, этот держатель, он вообще не подходит. Потому что он постоянно скатывается. То есть, вот это вот завихрение его, которое... Почему здесь не сделали стопор, я вообще не понимаю. Да, могли бы сделать стопор, и он бы стоял бы на месте, как влитой. Но нет, то есть он вот он крутится, то есть с такими щелчками он постоянно падает, падает, падает. То есть от этого держателя смысла вообще никакого нет. То есть вот он еще к стеклу прилип. Вот, видите, прилип. Вот, на такой липучке он находится. Наверное, его надо на что-то прилепить и убрать в долгий ящик или куда-нибудь, я не знаю. Вот, в конце недели, ребята говорят, будет снег уже, зима на подходе, и скоро уже переобуваться будем на резину. Я вам покажу свою зимнюю резину, какая у меня стоит. Там уже, хотя шипы повылетали все, но она как уже липучка, то есть она идеально подходит. Там протектор очень хороший. Не знаю, почему так быстро шипы вылетели. Резине, наверное, скорее всего, но, ну, наверное, года два, наверное, год, может быть, вот так вот. Ну, года два, да, потому что два года я на этой машине езжу, и я покупал. А мне еще он говорил, то, что она, говорит, новая. Он говорит, я недавно прям брал. Ну, в районе 2-3 лет, короче, резине. Но шипов вообще нет, то есть практически не осталось. Ну, вот. Так что как-то так. По поводу машины, будем сейчас стараться это первым делом сделать, заменим свечи. Это по-любому нужно сделать, потому что, ну, до холодов хотя бы зарплаты это сделать. Ну, до холодов не получится, потому что с конца недели уже обещают снег и минус 5, или минус 3, или минус 5 приблизительно. Вот. И, наверное, в следующем месяце уже мы поменяем свечи. Это обязательно нужно будет сделать. Вот такие вот дела, ребята. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все читаю, на все отвечаю. Переходите в группу в Телеграме, в Телеграм-канал наш. Это For Focus Club обязательно. И перейдите по боту в Телеграме для заработка денег. Ребята, реально это не развод, это на самом деле, ну, интересная вещь. Я сам зарегистрировался, сам там зарабатываю. Ну, как бы немного, но все равно приходит от пользователей, приходит, то есть, ну, прибыль. Те, кто там зарегистрируется, это у каждого так будет. Вот, и, то есть, по сути, вам делать ничего не надо, вы просто разместите свою ссылку, которая вам дается реферальная, и, соответственно, вам по этой ссылке начисляются деньги. Так что, ребята, всем удачи, пока и до новых встреч.